Эту породу относят к терьерам. Но это особенный терьер, потому что его предками были не только терьеры Англии, но и бульдоги. О собаке, которую ни с кем не перепутаешь, расскажет рубрика «Такие разные». Бультерьер – это смесь таких разных пород, как бульдог и терьер. От первого ему достались сила, телосложение и отвага, а от терьера – способность моментально действовать. Порода была выведена для боев англичанам, так как они не хотели сами с собой драться, они создавали породы, которые могли бы побеждать друг друга, им надо было чем-то развлекаться. Но в данное время этого нет. И, во-первых, бойцовая собака, она не человеком билась. Она билась между собой, между своими собратьями, а ни в коем случае к человеку не должно было быть никакой агрессии. Потому что собаки перед боем, хозяева меняли собак, то есть я беру вашу собаку, вы берете мою собаку, каждый купает, чтобы собака не была отравлена. Вот. И собака, которая укусит чужого человека, она снималась из разведения. Любую собаку, а тем более такую серьезную, как бультерьер, необходимо правильно воспитывать. Не стоит ждать, что он станет профессиональным сторожем или телохранителем без вашего вмешательства. Да, это рабочие собаки, но с ними нужно заниматься. Надо к кинологам обращаться, к хендлерам, если хотите выставлять. То есть кинолог и хендлер – это совсем все разные люди. Вот, хотите ли вы на защиту собаку дрессировать, чтобы охранник у вас был? Или просто общий курс дрессировки. Ну, а дрессировка обязательна. Бультерьер с легкостью осваивает общий курс дрессировки. И с огромным удовольствием будет участвовать в таких видах спорта, как аджилити, фристайл, флайбол. Главное – направить его энергию в нужное русло. А энергию у него хоть отбавляй, ведь это терьер. Уход за этой породой просто безобразие. Минимальный уход. Чистить, купать их редко. Зимой вообще нежелательно. Можно снежком просто обчистить, протирать. Вот. А так резиновой щеткой чистим. Летом купаем. В озерах купаем, в озере и в ванне купаем. В ванне очень любят плавать. Ну, не плавать, а под душем мыться, когда этот массаж идет. Кормление также не вызывает особенных сложностей. Просто следите за весом вашего питомца. Генетическим заболеваниям можно отнести глухоту. У белых вот собак, если не добавлять тигровых собак черных крови, то возможно вот альбинизм, заболевания почек, печени, это возможно. Но мы пока за этим всем следим, стараемся, чтобы этого не было у нас. И глухоты у нас нет в Беларуси. Бультерьер придется по душе тем, кто любит активных и очень активных собак. Запас энергии у этой породы очень велик. Длительные прогулки, потому что на 15 минут эту собаку нельзя выгуливать. С ней надо физическая нагрузка должна быть у собаки. Много бегать, то есть спортом заниматься. Или он пешком будет ходить, или он на велосипеде, или он будет охотой заниматься. Бультерьер отличается не только физической силой, но и сильным характером. Поэтому с первых дней займитесь воспитанием щенка. Он должен уяснить, что слово хозяина – закон. Привыкнув подчиняться с раннего детства, в будущем собака не доставит владельцу никаких хлопот. Очень мне нравится, как люди на выставках сейчас стали относиться к ним. Уже не слышишь, ой, какая страшная, ой, какая злая, да вы посмотрите, монстр идет. То есть все уже давно забыли про это, что вот как раньше было. Все думали, что собака только для боев, биться она с человеком. Теперь все наоборот, люди фотографируются с ней, наоборот, всем нравится. Ну, хотелось бы пожелать людям удачи, которые приобретают таких собак, потому что это на самом деле очень удивительная порода. Бультерьер спокойно уживается со всеми членами семьи и другими домашними животными. А вот с чужими собаками нужно быть крайне осторожными. Никогда не угадаешь, чем может закончиться знакомство. В данное время у собак, у некоторых могут присутствовать, конечно, вот именно только к собакам, к собратьям, к своим, там, вот эта вот агрессия может быть. Но это является тоже, все зависит от заводчиков, от владельцев. С детьми бультерьеры ведут себя просто идеально. Это одна из лучших нянек собачьего мира. Бультерьер – это идеальная собака для дома и семьи. И если вы любите сильных, активных и спортивных питомцев –